Так, дубль два. Дубль два. Алло. Да. Дубль два. Запустил все свои программы. Да, все свои программы запустил. Я решил снова стрим запустить. Мне в среднем на час его хватает, но мы сейчас не думаем, что мы будем еще час играть. Вот, я думаю, что мы меньше это будем делать. Жду, пока сама игра сейчас запустится. Ну ты хост же, правильно? Да. У тебя что случилось? У тебя просто что случилось? Да, у тебя что случилось? Ну, написала, что ты второй игрок не отвечает. Ага, и прекратилась, да, игра? Да, выкинула в меню. Окей, ну я надеюсь, что мы продолжим с того момента, где мы остановились. Да? По идее, да. Вот. Окей. Да, у меня какая-то проблема, я смотрел давно это у меня, ну, в смысле, как давно? То есть каждый раз, когда я включаю стрим, а я пробовать начал это давно, через какое-то время у меня происходит вынесение экрана. Я смотрел логи, что-то связанное с сетевой картой. Не помню, что именно, но там какая-то проблема. Пробовал драйвера переставлять, не помогло. И вот даже сейчас, после того, как винда перезапустилась, это вроде не всегда происходит, но иногда происходит. Как бы запустился, типа сетевой кабель не подключен. Я выключаю адаптер, включаю. И все работает. Короче, хер знает. Что-то конфликтует. А в Linux при этом таких проблем нет. Вот. У меня в Linux, мне кажется, даже многие игры лучше идут. Даже через Proton. Странно. Драйвера. Драйверишки. Ну. Так, я получил у тебя приглашение, но у меня игра еще не запустилась. Почему так сейчас? Origin запустился, а игра не запустилась. Это как? Он вообще, по идее, должен пожаловаться. А, вот, игра запускается. Я вообще ожидал, что он пожалуется, что там сейвы там у меня какие-нибудь сосут. Но это, наверное, на стороне этого. Хоста. Так, у меня запускается игра, вот уже что-то там аутентифицируется. Какие-то аутентификации идут. Так, а Player 2 это я, правильно? Да. А, ну да. Все, я готов. Блять, не то нажал. А чё? Это, по-моему, новая игра или нет? Не-не, continue, все правильно. Мы просто можем, типа, поменять персонажи, получается, в любой момент. Ну, это прикольно, но не надо. Я предпочитаю быть 36-летним носатым грабителем, а не 40-летним голым Мишей. Голожопым. Голожопыш. Это кто же ж? Окей, я сейчас чувствую, начало главы запустится. Hey, baby. А, нет. Yes! Слава богу. Как хорошо, что прямо на этой катсцене. God, I missed you. I miss you too. Так, ну я скучал. Linda, I got a plan to get out of here. Wow. Good. What can I do? Дежавю. Don't worry. I got someone helping me in here. Who's that? His name is Vincent. Seems legit. Are you sure?
I mean, we both thought we could trust Harvey. This guy wants to take him down as much as I do. Да, вы при этом всю игру не прошли, но вы далеко, да, прошли? Why? Да. Наверное, где-то половина. But I'll find out. А мы пройдем. Бум! Ну, посмотрим. So, посмотрим. How's Alex? Я тебе отвечаю, есть. He misses his father. Вау. Shit. Полгодика, да, мы прослушали сейчас. Что полгодика? Ребенку или кому? It's fine. He still thinks you're in Italy helping your uncle. Didn't read that. Any trouble from Harvey? Don't worry about that. He won't find us. And you're sure? Yeah. I got us a new place. We should be safe for now. That son of a bitch. Hey, baby, listen. We'll get through this. We just have to stay focused. Hey, why are you still waiting? Nobody's coming for you. Maybe she just missed her bus. I'll wait some more. No more visitors are coming in today. You want to make a phone call, or you want to go back to your cell? Решайся. I'd like to make a phone call, sir. Let's go. А она не поехала. Плевать она тебя хотела. Carol, why aren't you here? Because I'm at home, expecting our baby. Please, we've talked about this. No, you've talked about this. I didn't have a say at all. You're in prison. I'm gonna be out soon. Listen to yourself, Vincent. This isn't who Его you are. 14 лет, Is this how you want your future child to remember you? А, ну да, он no. А, на 14 лет приговорили. Carol, you know that he killed Gary. Жесткого персонажа тебе выбрали. Актуального. My own brother. I know you miss him. Я извини, что я троллирую. Ничего. You're just gonna get yourself killed. Нет. Я под таблеткой. You know I have to do. Ой, бай. I can't believe you, Vincent. Hello? Hello? Ну, по этому поводу все переживают. Я тебе так скажу. Даже тут. Все тревожно. Все движется по наклонной. Да. У нас благодаря этому вчера было офигенное выступление пробное. Ну, у нас импровизационный театр. Вот. Люди рассказывают истории, а мы показываем. Вот. Да, вдаваться в подробности не могу, потому что как бы история конфиденциальная, а как бы просто в целом говорю, что ситуация текущая повлияла на истории, которые люди рассказывали. И очень тяжелый был показ, но мощный. Что происходит? Что за звуки? Это гром или это барабанные удары? Я слышу. Не знаю, только музыку слышу. А это барабанная дробь, как будто бы... Вот сейчас что за звуки происходят? Слышишь? Нет. У меня приглушённый. Это же речь практически не слышу. Давай, работай. Слушай, мне кажется, этот момент я еще помню. Вот слышишь? А, это гром бьет, да. Или это может что-то... Этот момент, я, кажется, помню, что откручивание тоже вот было. Забирай. Вот, крутяшка. Ничего они... Силачи. Это вообще в игре звуки эти, не пойму. Мне теперь кажется, что это не в игре. I can't believe I'm out of this shithole soon. It's not over until the fat lady sings. Oh, she's gonna sing, trust me. I sure hope so. Нет, это в игре. Чё тут? Видимо, да, видимо, дождь с грозой, наверное. Но он же сказал, буря надвигается. А я прослушал. Я лох.
какая удивительная тюрьма. Какие-то обрывы. А по стелсу? Ага, по стелсу работаем, есть. Так. Теоретически должно быть все окей. Этот чувак смотрит в эту сторону, но... Все окей. Он почти заметил, но не заметил. Винсент, come on. We gotta bust this door open. Okay, on three. А, сейчас one, будет шум, да? Two. Wait. Интересно, у него план, конечно. А, Окей. Мозг. It's working, just a couple more like that. Плохо. Hey Vincent. Yeah. See that tower? Yeah. That's where we're heading. Интересно. Зачем мы к башне идем? Watch out. Shit. Чтобы спрыгнуть с нее? Или чтобы стать новыми охранниками? Самоубийца. Да. Так, ага. О, можно там... наконец устранять. Да? О, найс. Только просто подержал его. Просто подержал и бросил. То есть сейчас его найдут. То есть там чувак с фонариком ходит, он просто может его увидеть спокойно. Он ушел вообще. О, знакомые места. Опять ты посрать сел. Опять ты мне предлагаешь залезть. А я тебе помогу? А, нет, не помогу. Ладно, шучу, помогу. Ладно уж, помогу. Я так подозреваю, что ты, наверное, по-другому бы, да, наверное, открыл окно. Потому что у нас персонажи такие, ну как бы твой, не, мне кажется, не стал бы бить окно. Это начальника тюрьмы. Кабинетик. Я ставлю отпечатки пальцев. Длинный ход. Чтобы никто не догадался. А что тут? Можно в окно залезть. Можно выпрыгнуть из окна. Окей, это крайне эффективно. Тут непонятно. Вроде должен быть граммофон был. Быть. Где-то. Так, мы, ну, мы уже в режиме побега, правильно? Не знаю. Не знаешь? Ну тут дверь, смотри, какая-то. Shit. Careful. О, можно птичку выпустить. Вроде затачи. There you go, buddy. Enjoy your freedom. Круто. О, ачивка Freedom. Причем сразу в двух системах. В Origin и в этом, и в Steam. Ну, вон там. Дверь. Так, значит, чувак уехал вниз, по-моему, на лифте. На лифту. На лифте. На лифте. На лифте. I can't remember, I must be getting old. You're just drinking. Чё, вниз не надо, да? Нет. Так. Это у нас чё? Это у нас, по-моему, инфермери, да, снова? Знакомые места? Ага, reused assets. Они реюзнули ассеты. What the hell were we talking about? Carson. Right.
В окно вон можно вылезти. А может, а этих охранников стоит побить или не надо? Думаю, да, одновременно. Сейчас, подожди. Не зови их, не отвлекай. Сейчас. Окей, я правого, ты левого. А то окно не было открыто, мне или мне показалось? Сейчас, подожди, можно я быстро посмотрю? Мне почему-то показалось, что там окно тоже было открыто. И типа, можно их не убивать. Лол. А куда ты вылез? А, вижу тебя. Прикол, да? Ну не, потренироваться-то надо все равно. Ой-ой, они тут светят, да? Повсюду. Неплохо. Ой-ой, тихо. Ой, блин, мне страшно. Сейчас, бегом. Я спрятался. Так, я спрятался. Я в свету сижу, я так ногу, у меня так нога спрятана, конечно, прямо не могу. Сейчас я, может, и вырублю. Да? Ну ты грамотный. Он там один, что ли? Да. Красавчик. Ты просто мастер-вырубатор. Я иду. We can use that wire. We just need something to slide down with. Е-бой. А простыни. О, а что я могу сделать? О, я выключил фонарь. Можно взять эти вешалки. Вешалки? Надежный план, как швейцарские часы. Там, кстати, этот банджо? Музыкальный инструмент какой-то, да. Банджо, да. Только ничего с ним сделать нельзя. Ладно. Че, погнали? Давай. That's pretty high. А я, судя по всему, в стекло влечу. Не знаю, мне так кажется. Напрашивается, да. Да. Что сейчас сорвется, и я этот. Я вниже тебя. А, не в стекло, но все равно. Драма случилась. Ух, нифига себе! Миша! Ну ты спаситель, герой. Держись, я поднимаюсь. Ого, меня стреляют. Ого. Дубинками резиновыми. Так, у меня начинает жопа отваливаться. Так, что надо делать? Бежать? Все, хватит. Так, окей. Ничего не стреляю, да. Ой, я прям в свет забежал, вот это ее. Успех. Woo! Mission passed. Yes. Все, игра закончена. A way out. Мы его нашли. Indeed. О, flash forward. Hey, I've been meaning to ask you something. Давай. What's То that? Есть наоборот. Back in the prison, when we climbed that shaft. You know the back-to-back thing? Yeah. Mm-hmm. What about it? В этот момент я почувствовал тепло твоей спины. Тебе понравилась твоя спина? What? I saw it in a comic book once, when I was a kid. Tell me you're joking. No. I'm just glad it worked. Oh my god. I can't fucking believe you talked me into it. Me neither. Как они спокойно базарят, у них все закончилось, да? Они такие спокойные в конце. Прошло 20 лет, да? Я как бы вспоминаю вот это. Да. Come on, there.
Так. Окей, типа направо бежать или налево, Chopper? Да? Yeah. Seems like we really pissed them off. They're using everything they've got. А на самом деле это не имеет значения. I'm not going back in. Коридорно все. Ой. Я пока тут залезу, я надеюсь, я тебя сейчас увижу. Ха-ха, привет! По приколу. Опять ты посрать пришел. Все время тебе посрать надо. Красиво. О, shit. Cops everywhere. We gotta watch out. Yeah. Неплохо, неплохо. Артур, я предлагаю тут закругляться. Окей, давай. Ну, то есть это уже большой эпизод какой-то сейчас будет. Ну да, там стелса много. Угу. Ну все, тогда давай на этом закончим. Да, ну завтра можно примерно в то же время. Так, завтра меня не будет. Я, возможно, буду в субботу. Вот, я учителю уточню там момент один. Угу. Вот, ну, завтра, скорее всего, меня не будет. Так что да, скорее всего, послезавтра продолжим. Ну, пиши тогда. Угу. Давай, пока. Все, отлично, спасибо тебе большое. Давай, до новых встреч. Угу.